Привет, Болтуны и Болтухи! Сегодня мы приветствуем вас из центра Вознесенского, в котором проходит выставка, приуроченная к 700-летию со дня смерти выдающегося итальянского поэта Данте Алигьери. В центре выставки находится картина Анио Фанзино, аллегорический портрет Данте. До 1990 года данная картина считалась утерянной, но была найдена у частных коллекционеров. И в 2020 году данную картину решили продать. Тогда мэрия Флоренции предложила фонду Леонида Богуславского стать владельцем картины, но с важным условием, что домом произведения будет оставаться Италия. Данное произведение является историческим наследием страны, и поэтому картину нельзя увозить из Италии навсегда. Теперь картина может путешествовать по музеям мира с уведомлением Министерства культуры Италии. Вся эта история объясняет, почему выбрано не совсем типичное место для выставки, а именно центр Вознесенского. Дело в том, что Леонид Богуславский – это сын жены поэта Вознесенского и основатель данного центра. После приобретения фондом Леонида Богуславского картина отправилась в турне. И вначале выставлялась в музее Метрополитен в Нью-Йорке, затем в Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Сейчас она демонстрируется в Москве, ну а далее после 20 февраля вернется на свою родину. Что самое интересное об этой выставке – мы узнали не из афиш, не от партнеров города Москвы и даже не от информационных партнеров. Надо сказать, что информационная поддержка выставки очень слабая. А об этой выставке мы узнали из очень интересного источника, о котором расскажем немного позже. Ну, а мы вам обещали рассказать, откуда мы узнали о выставке, посвященной Данте. Листая Инстаграм, я наткнулась на страницу ресторана Сартория Ламберти, и там был рассказ о их новом десерте, который они подготовили специально к этой выставке. Временном десерте. Да. Этот десерт здесь будет только до 20 февраля, то есть до момента закрытия выставки. И так родился целый информационный повод для нашей уже ленты. Очень приятно, когда такие события поддерживаются информационно именно вот в такой форме. Это так красиво, это так культурно. И хочется еще рассказать, когда мы уезжали из центра, мы обнаружили на выходе такие карточки, там как раз рассказывается об этом десерте. И также обнаружили, что есть открытка, посвященная выставке, и здесь есть QR-код специальный, по которому можно скачать, во-первых, плейлист с музыкой, и еще там рассказывается информация о самой выставке. Ну, а мы пробуем этот фантастический десерт. Как? Совершенно не приторно. Что это там внутри? Орехи и фрукты. Мне кажется, это персик. Мне картина мешает. В каком-то муссе. Очень вкусно. Очень. Необычно. Так, ну что, картину будем дербанить? Конечно. Давай, ты с одной стороны, дербанить, с другой. Это же наша любимая. Шоколад и рисовая бумага. Ну, все равно это очень здорово. Каков он, Данте, на зубок?
Шоколад очень вкусный. Он горький такой. С горчинкой, да. Он просто очень нежный. Я больше не хочу, Данте? А я, выходит, хочу. Ой, тут еще бисквит кусочек. Интересный десерт. Мне понравился. Мне нравится подача. И вот так сказать, все. Очень нежный персик. Просто неземной персик. Так его и обозначим. Как мы можем финализировать? Нам очень понравилась выставка, нам понравился этот десерт. Мы прекрасно провели сегодня вечер и очень рекомендуем посетить и то, и другое, да, и место. Мы действительно получили удовольствие. Благодарны ресторану, что он так красиво подошел, отметил этот момент, к этому событию. Ну, а с вами мы прощаемся. Очень надеемся, что эта информация будет для вас полезна. Мы очень стараемся, чтобы именно такие события попали к нам в ленту. Пока-пока!